Источник любви, уважения и взаимной поддержки. Президент России Владимир Путин объявил 2024 годом семьи. Ведь крепкая большая семья – залог стабильности и процветания общества, основа государства. Сегодня году семьи дали официальный старт в Самаре. Жителей поздравила глава города Елена Лапушкина. Что такое семья для каждого из нас? Это место, куда мы стремимся всей своей душой. Это место, где нас ждут с нашими проблемами, с нашими успехами, с нашими приятностями и неприятностями, где нас в любом случае поддержат. Безусловно, для всех органов власти поддержка семьи является одной из главнейших задач. Вы видите, что каждый год меры поддержки увеличиваются. Вы видите, что реализуются национальные проекты, которые в 2018 году инициировал наш президент Владимир Владимирович Путин. Это и здравоохранение, это национальный проект демографии, национальный проект образования и многое-многое другое. И все это призвано для того, чтобы наши семьи были большими и крепкими. Елена Лапушкина наградила благодарностями главы городского округа Самара 5 многодетных семей за вклад в воспитание детей. Кульминацией праздника стала передача городу семейного огня. Напомню, что церемония зажжения Всероссийского семейного очага «Сердце России» прошла в Москве в рамках форума «Родные и любимые». Огонь для «Сердца России» привезла многодетная семья Свято-Троицкого монастыря, который находится в Муроме, на родине святых Петра и Февронии, история любви которых – одна из самых почитаемых в России. На Самарскую землю семейный огонь доставили молодожены Екатерина и Кирилл Казаковы. Лампадку установили в ЗАГСе Самарской области, откуда огонь раздали во все муниципалитеты региона. Семья Елены и Сергея Борисовых зажгли свой семейный огонь в ЗАГСе. Родители воспитывают 6 детей. У них 3 сыновей и 3 дочки. Для нас это, во-первых, большая честь передавать частичку огня. Вот. И мы были, в общем-то, удивлены, когда нас выбрали. Но это действительно очень важно, потому что очаг семейный – это символ. Пока мы вместе, мы сила. Сегодня семья Борисовых передала огонь семейного очага митрополиту Самарскому и Новокуйбышевскому Сергию. Лампадка будет храниться в храме Георгия Победоносца на площади Славы, чтобы каждая самарская семья могла взять частицу огня для своего домашнего очага. Семья, но она берет 7, и я. Это прежде всего, конечно, жертвы любви, родители, это ответственность за их воспитание, внутренний мир и определение дороги в жизни. В год семьи особое внимание будет уделяться сохранению традиционных семейных ценностей. Поэтому среди ключевых задач – создание условий для повышения рождаемости, укрепление репродуктивного здоровья граждан и поддержка семей. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События.